Привет! Как у вас всех дела? Как настроение? У нас в Геленджике дичайший гром и дождь, просто дичайший. У нас льет, как из ведра. Но я вышла. Ой, все, сердечки полетели. Все мне, говорят, присоединяются. Всем привет, всем привет. Так, ну, что я могу сказать? Настроение у меня все равно прекрасное, боевое. У нас с вами сегодня очень такая щепетильная тема. Привет всем, привет, привет. Пока все к нам присоединяются, есть ли новенькие среди вас, кто видит меня впервые? Пожалуйста, поставьте плюсик. Кто впервые у меня на прямом эфире? Пожалуйста, ставьте плюсики, чтобы понять, кто из нас вновь к нам присоединился, и я, чтобы вновь с вами познакомилась. Так, Валерка у нас, так, Капитанова, Даша, так, Марина, Катя Пэш, так, Хисмутилина, так, Ирена. О, да нас много, чудесно, всем привет. Давайте тогда я представлюсь. Меня зовут Александра Харитонова, я блогер, я экс-участница телепроекта «Дом-2», начинающий психолог, потому что сейчас я обучаюсь, пошла в институт получать второе высшее образование. Также я телерадиоведущая, телеведущая, актриса. И еще певица в прошлом. Но сейчас я увлекаюсь психологией, поэтому сегодняшняя наша тема, она такая, скажем так, очень-очень непростая. Давайте сейчас построим следующим образом наш эфир. Я сначала немножечко введу вас в экскурс, а потом мы с вами пообщаемся, потому что мне хочется и от вас услышать обратную связь, чтобы нашлась эта обратная связь в вашем отклике на мою информацию, которую я сегодня буду давать. И еще всем привет с Украины, Винница, здравствуйте, любимая, всем привет. У меня такой еще вопрос, прежде чем я начну, есть ли мужчины здесь? Если есть, поставьте вот такой знак, потому что если есть сегодня мужики, это очень приятно, о вас мы тоже будем говорить. Если вы будете задавать вопросы, это будет втройне приятно. Мужчины, о, Спирин Андрей у нас мужчина, Кен, Кава, супер. Дайров 14, Амур, Руслан. Так, у нас есть сегодня мужчины. Умет, ну тогда держитесь, потому что надеюсь, то, что вам тема тоже войдет. Я расскажу сегодня женские секреты, которые вы сможете также взять на заметку, милые мужчины, чтобы воспользоваться ими в интимном плане, да? Давайте сразу я перейду к делу. Я пока выключу комментарий буквально на минут 10, потом включу и будем с вами общаться, чтобы я не отвлекалась, потому что я понимаю, какой сейчас накал напряжения. Кто не знает, кто вновь присоединился, либо кто уже знает, какая тема была эфира. Тема эфира об оргазме я слышу только от подруги. Я не просто так назвала так этот эфир, потому что, как правило, в основном все девушки на самом деле обсуждают в основном мужчин. Вот мужчины – это миф, что они говорят о женщинах. Да, они встречаются, они говорят о футболе, пьют пиво, а женщины вообще на последнем плане. Да, причем, если они упоминают женские имена, то они говорят, да, там вчера я с этой зажигал, с тёлкой, нормально, вообще она такая, ничего. Но у нас, у женщин, все по-другому. А как по-другому? Давайте буду правду матку я рубить. Когда девчонки садятся, конечно же, она говорит, я познакомилась с парнем, он такой огонь, и там спрашивают, ничего было? И тут она говорит, ну как он? Она говорит, у него там, о, я кончила несколько раз, ну, раза 4, наверное, 5, и все, серьезно, ну, конечно, да он такой гигант, он такой мачо в постели. И все это начинают девчонки обсуждать, и, как правило, когда девочки это обсуждают, обязательно девчонки так разрекламируют этого мачо, что ее подружки прыгнут к нему в постель. Но это другая тема уже. Сегодня мы говорим об оргазме. Почему же женщина не может его испытывать, и не все его испытывают? А в основном только притворяются. Уже мужчины ну, раскусили всех девчонок, когда начинает стонать или там кричать неистово, что у мужчины уже глохнут уши, и он понимает, что, по-моему, она не кончила, по-моему, как-то в постели сейчас ей не очень хорошо. И мужик начинает думать, что он какой-то не такой. У мужчин тоже начинается очень много комплексов по этой части. Но что происходит? Сейчас можно сказать, все мужики козлы, они во всем виноваты, они эгоисты. Да, какая-то толика правды в этом есть, что именно мужчина не может
сделать так, подготовить женщину к тому, чтобы она расслабилась и получила это удовольствие, потому что мужчины же, почему эрекция у них происходит? Им не надо там слова нашептывать, он увидел уже тело, попу, и у него уже эрекция, у него все уже поднялось, и он готов, собственно, во всеоружие, и, как правило, даже уже в половом акте редкий мужчина будет оттягивать это удовольствие, чтобы дождаться женщины и вместе рассыпаться вот в этом невероятном экстазе. Но это можно, это одна часть, да, мужчины где-то эгоисты, но не все такие мужчины. Есть мужчины, которые действительно подготавливают к этому процессу женщину, а именно, это предварительные ласки, это поцелуи. Но тут проблема уже в женщинах. Милые дамы, здесь проблема, конечно же, вас. Большинство женщин, которые сегодня имитируют оргазм, которые говорят и рассказывают подругам, что с каждым было как просто там невероятный фонтан, а на самом деле в душе она даже не знает, что это такое, так живут большинство. Кстати, в 17 году, чтобы вы понимали, 70% женщин, это был 17-й конец, статистика я вам привожу, 70% женщин не испытывают оргазм. И этот процент, он только увеличивается. Так почему? Многие не знают своего тела. Многие причины какие? Не знают своего тела, не знают, как, где ей приятно. Второе, они стесняются. Кто-то стесняет своей фигуры, кто-то стесняется груди. Вот сейчас пошла вот эта операция на грудь, и девчонки, у кого-то уродство, что-то еще. То есть она там не раздевается, свет она включить не может, потому что ей неудобно. Это вторая причина, почему девушка не может получить удовольствие в постели. Третья причина, это даже есть такая тема, когда женщина мастурбирует, ну, вы знаете, да, многие девчонки мастурбируют, в основном в душе, либо смотрят порнографические фильмы, и это что происходит? У девчонки зацикливается момент, что она может получить удовольствие только сама. Или, например, если зеленые стены только будут в комнате, тогда она сможет расслабиться. Это тоже такая некая патология, где в мозгу у вас фиксируется, что я кончаю только если там я смотрю порнофильмы, я одна, зеленые стены, либо когда меня душат. И такое тоже бывает. Сейчас все пересмотрели 50 оттенков серого, и всем хочется это пробовать. Так вот такие здесь. Еще основная причина, конечно же, это зажатость и стеснение у девчонок. Это действительно самый такой момент, когда что такое оргазм? Когда мы полностью расслабляемся. Почему мужчина всегда может это сделать? У них, к сожалению или к счастью, все по-другому устроено, нежели чем у нас. Мы организм более сложный, более изощренный, и нас нужно к этому подготавливать. И, разумеется, важны для девушки предварительные ласки. Чтобы ее расслабить, например, у кого стеснение, необходимо предварительные ласки. Но мужчина не сможет вам доставить удовольствие даже в предварительных ласках, чтобы довести вас до кульминации. Только лишь потому, что если вы не будете знать себя, где у вас эрогенная зона, например. А чего у вас возбуждение? Как правило, это грудь у девушек, это шея, это мочки ушей, это ноги у кого-то. И вот здесь именно вам, девчонки, если у вас сегодня такая проблема, и вы не знаете, что для вас оргазм это просто миф, вам необходимо изучать себя. Изучать себя, где приятно. То есть, каким образом можно... Очень многие говорят, а как это сделать, я не знаю, я же не могу спросить у мужа. Вот этот момент у мужа или у парня, потому что неудобно заводить такой разговор. А чтобы это узнать, ну, давайте будет тогда уже откровенно, да, уже у нас сейчас, надеюсь, там дети нас не смотрят. Чтобы узнать, где у вас эрогенная зона, когда вы, например, занимаетесь питингом с мужчиной, либо когда вы смотрите фильм эротического характера, у вас идет возбуждение. Вы должны четко проследить, каким образом, там, что у вас происходит. Низ живота, сводит между ног, а где-то в груди что-то отзывается. И для того, чтобы это понять, девочки, вы должны себя, ну, потрогать, да, потрогать и понять, где вам приятно. Пока вы сами не поймете, ни один мужчина не догадается. Есть исключения женщин, которые гиперсексуальные, они могут с любым и с каждым, это у них в крови. Но в основном, зачастую, все же стеснительные. Все стеснительные даже до себя дотрагиваться. Там слово «секс» — это мамочки мои, вызывает какой-то трепет и
действительно такие эмоции очень, ну, скажем так, стеснение, как будто мы говорим о чем-то грязном. Хотя без оргазма женщины могут быть и любые, ну, и проблемы. Потому что когда мы возбуждаемся и не находится выход, вы знаете, что там вскапливается очень много крови в организме, происходит застой, и потом идут разные новообразования у женщин. То есть вам нужно стремиться изучать себя сегодня, изучать себя, и тогда вы сможете рассказать партнеру. Еще момент такой: мало того, что мы стесняемся, мало того, что мы себя не знаем, так мы боимся сказать второй половине. То есть, когда мы занимаемся любовью, когда мы занимаемся сексом, что вот зачастую девчонки терпят неприятно, больно, они имитируют, нет бы сказать, мне больно. Я могу сказать, мне неприятно, а поцелуй меня здесь, а погладь меня там, ну, мне приятно помедленнее, побыстрее. То есть еще очень важно в постели, конечно же, менять позы. Менять позы до того момента, пока вы не найдете свою точку, потому что это точка G, ведь есть, вы знаете, разные оргазмы, это клиторальный, вагинальный, маточный, и чтобы, скажем так, мужской агрегат достиг вот именно этой точки, и вы завершили половой акт на высоте, и чтобы вы получили вот этот вот выхлоп, выброс, эти эндорфины, вот этот вот выброс энергетики. Ну, в общем, это приятно на самом деле очень, что же греха таить. Это то же самое, как шоколад, еда, секс – это такое же удовольствие сегодня для нас. И для того, чтобы мужчина достиг этой точки G, вы должны ее сами найти. Вам нужно менять позы постоянно, вам нужно по-разному темп контролировать и говорить. Вот самое основное, чтобы понять себя, вам нужно научиться разговаривать с мужчиной. Вы знаете, как правило, давайте включу комментарии, у нас есть мужчины. Вот мне очень интересно сейчас послушать вас, мужчин. Вам приятно, когда в постели девушка направляет вас иногда и говорит, как ей приятно? Вот мужчины, мне очень хочется услышать от вас, вам это нравится, чтобы сейчас девчонки подтверждение нашли в моих словах и не боялись просто об этом говорить. Да, всем привет, from Japan, супер, hello, очень интересно тебя слушать, супер. Просто мне хотелось бы, да, да, очень нравится, такая, так, Саша, эфир огонь. Так, привет, спасибо. Вот мужчины нам отвечают, конечно, приятно. Конечно, когда их направляют, когда женщина не стесняется того, тогда вы и получаете это соитие. Что такое секс? Что такое любовь? Что такое соитие? Это когда два партнера вместе заканчивают. Это самое невероятное, это высшее наслаждение. Это самый невероятный кайф, когда мужчина видит, что он доставил ей удовольствие. Когда эти глаза соприкасаются, это ни с чем не сравнимое. Это необходимо испытывать, и вы себя лишаете, не общаясь, не говоря своему партнеру о том, что вы хотите испытать, где вам будет, что вам нравится, потому что любой мужчина это оценит, тем более это такой интимный момент, где вы сами управляете. И в любом случае, а вот кто говорит, у нас он обидится, если скажу, что не кончаю. Вот вы представляете, это и вы не одна такая. Так, делает так, и просто женский. Сохраню я эфир. Вот смотрите, как убить себе стеснение, проблемы в комплексах. Он обидится. Вы представляете, насколько много женщин рядом с мужчинами, которые боятся сказать, что он обидится. А то, что вы терпите, вы себя не обижаете. А то, что вам больно, и вы не знаете, что это такое, и вам только приходится мяться и говорить, что я не получаю удовольствия. Это же вы себя обижаете, это плевок в собственную душу, плевок в собственное тело. Я вам скажу, что в основном доказано, кстати, что оргазм получают девчонки после 30. Когда вы слышите малолетнюю девочку 18, она говорит, я кончаю 15 раз и просто там с полпинка, но это неправда. Это редчайший случай, когда женщина так получает удовольствие. В основном после 30, когда чувствительность, когда осознанность, ты уже понимаешь, что это такое. Ты к сексу ты относишься уже по-другому. Понимаете? И вот здесь как побороть стеснение? Что делать, если мне нравится более медленный и нежный темп, а партнеры более агрессивные и быстрые? Менять партнера? Нет. Мария, хороший вопрос вы мне задали. Не менять партнера.
Если вам нравится более медленный, то поверьте, когда он будет очень быстро это делать, вы скажете, а давай помедленнее, еще медленнее, еще. И в этот момент включается такая игра, что он наоборот только примет это, а хорошо, а давай, а еще. И вообще, что такое любовь, да, вот что такое саити? Это контроль, это как ритм, это танец, когда вы контролируете этот момент. И поверьте, если он любит быстро, и вы покажете, как медленно, хорошо, сядьте на него сверху и сделайте медленно. В основном же женщины любят сверху, потому что именно в этот момент, ну, член попадает вот в эту точку. И поверьте, если вы проявите инициативу, если вы ни разу не проявляли, да он охренеет. У нее еще больше будет возбуждений, будет еще больше будет ему больше еще приятно. Как правильно донести? Он постоянно спрашивает, что ты все, а я ни разу, в чем проблема, а я ни разу, в чем проблема может быть, что не чувствую. А я вам объясню, я же вам сейчас с самого начала сказала, вы не можете расслабиться. Еще тут такой момент, когда для мужчины неважно, поссорился, поругался, наоборот, даже если поругался, у него секс еще более такой чувственный, страстный, вот он наорал, а потом у него, значит, эрекция сумасшедшая. А у женщин наоборот, стрессовые ситуации, проблемы на работе, мысли не там. Ведь еще, если у вас есть дети, если у вас есть обязанности, вы приходите, он хочет вас, а у вас там еще готовка, и начинается это все быстро-быстро-быстро. Вы думаете о том, и вы не можете сосредоточиться. Потом еще такая боязнь есть, что он постоянно спрашивает, ты все? А ты заведомо уже идешь с ним в постель, понимаешь, что ты не будешь все, у тебя не получается. Это такой замкнутый круг, это такая фиксация психологическая. Что здесь надо делать? Давайте теперь, какой выход из ситуации, чтобы получить оргазм с мужчиной, чтобы с мужчиной кайфануть в постели, даже со своим любимым мужчиной, который, например, вы боитесь сказать. Но первое, наперво вы можете выпить для того, чтобы расслабиться. Слегка, чуть-чуть. Вот если вы не получаете оргазм сегодня, выпейте чуть-чуть. А следующее вообще рекомендуют, ну, получить оргазм до секса. Удовлетворить себя до секса за 20 минут. Если вы знаете уже свое тело, пусть ваш партнер полоскает вас там, где вам нравится. А если вы знаете свое тело сами, полоскайте себя сами и получите это удовольствие до процесса. То есть это очень хорошо. Вообще самое классное, чтобы оргазм был вагинальный. Очень классно, когда мужчина в прелюдии доставляет вам удовольствие, что вы кончаете. Вот тогда у вас пойдут оргазм за оргазмом. Это редко так делают мужчины, но это очень правильно вхождение вот в это саити, и тогда и мужчина может контролировать свое спермоизвержение, а также и женщина, уже получив удовольствие, она по-другому будет расположена на секс, она будет уже раскрепощена и расслаблена, и это тоже поможет говорить. Вы понимаете, мне очень нравится, я не получаю, но я не буду ему говорить. Мне больно, а я буду терпеть. Мне не нравится, как? Без коммуникации. Вы не сможете никогда прийти к консенсусу. Почему же вы дома, если вам не нравится, что он разбрасывает носки, вы ему говорите, убери за собой? Черт подери, когда в вас ходит ваше тело, вам там все больно, вас разрывает, вы ничего не чувствуете, вы ему говорите, ты офигенный, дорогой. Так ему же вдвойне это неприятно. Потому что, как правило, мужчина чувствует вообще абсолютно, когда женщина не получает с ним удовольствия. Не получает. Он загоняется, он тоже молчит. Причем тут видите, какой замкнутый круг. Мужчина также молчит, не говорит партнерше, что он чувствует, что она не кончает. А потом мужчина идет на сторону. Вот почему мужики начинают гулять. Потому что он раз понимает, она молчит, но она имитирует. Два, и он говорит, со мной что-то не то. У меня там как-то не то такой размер, я делаю что-то не то, да все девки получали удовольствие, а она нет, что случилось? И тогда он начинает искать подтверждение, и получаются измены. Это же все психологические факторы, которые уже доказаны, и ходить далеко не надо, уже все придумано за нас. Как расстаться с молодым человеком, если с ним очень клевый секс, но вместе мы встречались, но отношения не получаются?
Ну, знаете, кто-то спокойно относится к свободным отношениям. Если вас хорошо устраивает как партнер, то оставайтесь с ним, ищите просто мужчину, и как только найдете, то вы начнете строить отношения. Если вас это не парит, а секс вам нравится. Саша, ты большая молодец, затрагиваешь очень хорошие жизненные темы. Спасибо. Бывают мужики эгоисты, ему наплевать на твои ощущения. Абсолютно верно. В самом начале я сказала, что как раз такие мужчины-то и бывают эгоистичные. Но мы не затрагиваем. То есть мужика-эгоиста, даже мужика-эгоиста, можно под себя подстроить. Это все дело в вашей любви, дело в вашей хитрости, дело в вашей нежности, дело в том, как вы ему будете доносить, что вы хотите. Вот уж в сексе изменить мужчину можно, поверьте, если вам нравится так. Потому что если вы для него будете что-то значить, не так, как написала сейчас девушка, что только секс нас связывает, он не будет меняться, потому что только удовольствие. Но если это любовь, то, поверьте, подстраиваться под вас будет партнер обязательно. Хорошая тема. Моему мужу нравится секс утром, а мне как ложимся спать. У нас не совпадает, что делать. Вы знаете, тут такой момент. Спасибо большое за вопрос. Сейчас я вам скажу. Света. Светочка, спасибо большое за вопрос. Смотрите, какая ситуация. Кроется, вот если вы считаете, что я хочу заниматься вечером, а он утром, здесь проблема не в вашем хотении. Давайте попробуем копнуть глубже. Я надеюсь, то, что вы сейчас меня слышите. Если у кого-то такая проблема есть, может быть, вас раздражает, что он это делает потребительски утром, потому что, может быть, вас раздражает, что он не спрашивает вас и не делает вам удовольствия, не доставляет. Потому что неважно, когда утром либо вечером, если вам приятно, вы в любом случае его примете. Может быть, он не выполняет какие-то обязанности, вы обижаетесь на него, и вы ставите просто «а вот я хочу вечером». То есть вы же знаете, как можно мужчину держать на крючке, естественно, сексом. И поэтому очень многие барышни этим апеллируют, чтобы контролировать, чтобы ставить какие-то ультиматумы мужчине. Поэтому подумайте, так ли вы уверены, что дело в том, то, что вы просто хотите вечером. Это смешная проблема. Если вы любите секс, не важно, когда его любить. Не важно, какое время суток и какой временной отрезок будет для этого отведен. А здесь обида какая-то ваша. Подумайте, почему вы манипулируете своим мужчиной. Так, подписывается именно в этот момент, просыпаются именно в этот момент. Здравствуйте. Кстати, доказано, что эрекция у мужчин самая сильная с 4 до 6 утра. Поэтому понятно, что мужчины в основном, они все просыпаются, у них эрекция, вы это знаете. Так. Сохрани, пожалуйста, эфир. Сохраню. Займитесь спортом, правильно питаясь, держите здоровые мысли в своей голове. Все будет хорошо. Она же сама без мужчины была. Сколько времени? Вы про кого, интересно? Так, А если стесняешься своей мимики и закрываешь лицо тканью либо подушкой? Вот тоже хороший момент. Очень многие девушки вообще стесняются заниматься сексом при свете. Вот, кстати, проводили тут социологический опрос и показали, по-моему, там около 20% только могут заниматься со светом, потому что очень много комплексов. А мужчине же наоборот, мужчины же они вообще визуалы. То есть мужчина, вообще доказано, что оргазм, это слушал Лобковского, вы знаете его. И вот он говорил такую тему, что когда мужчина кончает, как психологически у них это происходит, они фокусируются на каком-то одном органе, либо на какой-то одной части тела женского, и в этот момент у него происходит семяизвержение. Поэтому мужчины вообще визуалы, и мужчинам нравится заниматься сексом при свете, нравится наблюдать за каждым жестом женщины, получать удовольствие, когда она в одной и второй позе, наблюдать за ее лицом, за тем, как расширяются ее зрачки. То есть мужчина прям от этого он и возбуждается. А нам, женщинам, хочется выключить свет и вообще подушкой закрыться. Ну что это такое? Понимаете, когда тут такой вообще такой смех. Вот сейчас расскажу, кто стесняется заниматься сексом при свете. Значит, был такой разговор. В общем, одна девушка стеснялась
там, своих половых губ. После беременности, вы знаете, мужчина там может сейчас не слушать, но так оно бывает после беременности, там что-то растягивается, в общем, я не знаю, как это происходит, но какая-то там, в общем, была проблема, она стеснялась этого. И как-то мы сидели, я разговаривала с приятельницей, она, значит, рассказывала мне, что заинтересовалась этим моментом и просто поинтересовался мужчиной. А вы вообще замечаете, какая там она, вот какие там половые губы, какая форма, какой разрез? На что мы вообще практически все мужики ответили: а что, они разные бывают? Все. Понимаете? Они даже этого не замечают. То есть, когда у мужчины уже эрекция, он не видит ни прыщиков, ни волосиков, он не видит ни целлюлита вашего, ни вашу мимику. Он вас хочет. А у него уже где мозги? Ну, конечно же, уже просто в трусах, в штанах. Поэтому это все мифы, когда все стесняются. Это все мифы, когда женщина переживает за то, что, ой, там у меня вот это, мужчина уже не смотрит. Он уже вас захотел. Он уже вас хочет. И не важно, что он там увидит. Ну, мы сейчас не говорим, конечно, о каких-то патологиях, мы не говорим, а бывает уродство какое-то, там действительно проблема. Да и то, если мужчина... Ведь, ну, конечно, у мужиков-то как делятся? В основном-то они хотят... Кто-то хочет голову женщины, она возбуждает его своей речью, возбуждает своим умом, он ее хочет. А кто-то просто смотрит, знаете, даже не обращает внимания на голову, а смотрит только на попу и на грудь, и все, и у него уже стоит, дымится, он уже не может ничего с собой поделать. То есть тут тоже очень разное возбуждение. По-разному, как и у женщины также, она может захотеть просто мужчину, а может захотеть его ум, захотеть обладать им всем, возбуждает интеллект. Что касается там, ну вот меня, например, возбуждает интеллект все-таки в мужчине, меня возбуждает разговор, глаза, ну вот на тело, кто-то говорит, а какая у него попа, я его хочу, ну то есть совсем как-то можно хотеть там просто попу мужика, я не понимаю. То есть ты мужчину хочешь всего и полностью, потому что его мозг, и ты хочешь с этим соприкоснуться. Так, мы с мужем начали очень редко заниматься сексом. Раньше я без него не могла, сейчас и без него нормально. И мне, и мужу по месяцам, мы 2-3 месяца можем этим не заниматься. Что это означает? Кстати, очень хороший вопрос, благодарю вас за него. Знаете, это означает, что когда семейные пары, редко кто поддерживает постоянный секс. Потому что сначала вы встречаетесь, у вас постоянно там эта химия, вы разрываетесь, потом наступает какое-то пресыщение, потом наступает привыкание, потом он отталкивает. И это волнами, вы поймите. Сегодня у вас вам достаточно раз в 2 месяца, потом у вас будет период, вы захотите вновь друг друга. Даже есть такое понятие в психологии, как влюбиться в собственного мужа либо в собственную жену. Здесь все очень индивидуально, и ничего страшного, что у вас сегодня так. Вас устраивает замечательно, его устраивает прекрасно. Не надо заморачиваться на секс. Секс рано или поздно пройдет, вы прекрасно понимаете. Как бы все мужчины сейчас не боялись, но рано или поздно импотенция-то она придет. А если вы будете строить свои отношения только на сексе? А если завтра он попал, не дай бог, в катастрофу, у него все отнялось, и что делать? Нельзя упираться в секс. Кто упирается в секс, это уже, ну, это не семья. Семья — это уважение, семья — это понимание, семья — это все вкупе, это все в совокупности. Поэтому не переживайте, все хорошо, бывает и такое. Поверьте, скоро все может поменяться. Так, обязанности ха-ха. Так, Аленочка, свали с эфира. Не ругайтесь, потом я их удалю, потом заблокирую. Я не читаю все равно, если там какие-то прям совсем плохие. Почему не отвечаешь? Знаете, давай сейчас я промотаю. Кстати, хотите, я поотвечаю на вопросики чуть-чуть. Я промотаю. Саш, ты большая молодец, затрагивается очень хорошие. Бывают мужчины эгоисты, так, это мы уже смотрели.
Далее. Сейчас я попытаюсь все ответить. Откуда все знаешь, спрашивает вопрос. Во-первых, я не знаю все, я знать все не могу. Это личный опыт, я сейчас учу на психолога, тоже изучаю этот вопрос. И плюс ко всему я читала информацию и, конечно же, собирала, делала опросы. Прежде чем, во-первых, когда я выхожу к вам в прямой эфир, я тоже делаю опросы по своим знакомым, я смотрю на разных форумах, потому что мне интересно собирать информацию. Я не могу выдавать только то, что знаю я, мне нужно подтверждение, и, как правило, мои знания подтверждаются опытом моим и других людей. Так. Здравствуйте, а у тебя как? Потом поговорим, обязательно расскажу. Хорошая тема, 41 год, послушать, здорово. А если парень быстро кончает, буквально за минуту, и так постоянно? Хороший вопрос. Вообще супер. Значит, я рассказываю, если мужчина кончает очень быстро, это либо... такая особенность, либо он эгоист просто и не хочет оттягивать. На самом деле, любой мужчина может научиться оттягивать семяизвержение. Любой, если только он захочет. Многие мужчины, мы уже говорили, они эгоисты, им не хочется терпеть, им не хочется прикладывать усилия, он хочет высунул и пошел. И, как правило, у горячих мужчин с горячей кровью они быстро воспламеняются, быстро у них все заканчивается, быстро приходит кульминация. Это тоже доказано, потому что вот этот вот темперамент, все, и как это все вспыхивает, так же все это угасает. Но любой мужчина, если захочет сегодня, он сможет научиться оттягивать это удовольствие. Если он захочет действительно, чтобы его женщина получала наслаждение, но есть такие типы мужского пола, которые быстро это делают и не собираются меняться. Это тоже. Вам нужно просто поговорить на эту тему, сказать ему честно, что, знаешь, я не успеваю, а ты был там или нет, а что вообще произошло, а где там я вот в этом саите. Тут только разговорами, ребят, только разговорами. Так, далее, Саша, согласна, немного алкоголя, бокал вина, да, это помогает, действительно, после алкоголя вообще не хочется кто-то говорить, но если его выпить много, то не захочется после алкоголя ничего. Так, далее, чао, сохрани, пожалуйста, эфир обязательно, занимайтесь спортом, она же сама без мужчин, ага. Так, я просто перечитываю, чтобы, а если стесняешься своей мимики, я вам ответила на этот вопрос, Так, конечно. Прелюдия, без нее оргазма нет. Почему? И бывает такое, что у вас такая страсть с мужчиной, что вам даже прелюдия не нужна, вам нужно быстрее вот это все сделать, но это когда действительно химия, это не отношения, это просто химия, когда ты получаешь удовольствие в постели, и только вот этим вы и занимаетесь, там вам не нужно ни разговора, ничего, то просто оргазм, он происходит вагинальный, либо маточный, и все. Просто, ну, либо клиторальный, и вагинальный, и маточный, там, либо... Еще есть такой тоже, как сквирт, струйный оргазм, так, опытная. Так, мы с парнем кончаем одновременно, это высшая степень любви. Абсолютно, когда кончают одновременно, это высшая степень и любви, и вы как пазл сложились, вы очень хорошо подходите друг другу. Так, а если не стонать при сексе, это плохо, это великолепно. Я вам более того скажу, что, как правило, редкие мужчины любят, когда женщина кричит, возгласы царапает спину. Это вы просто насмотрелись фильмов. Самое прекрасное в сексе это просто дыхание. И редкие какие-то стоны, но никак не кричать. Секс – это что-то такое интимное. Это внутри. И это прекрасно, если вы не кричите, как подорванная кошка, и не царапаете спину своему мужику. Хотя кто-то любит, но это все вы просто насмотрелись фильмов, которые как отпечатки сохранились в вашем сознании, что если будут делать так, то значит я суперсексуальная. Сексуальность внутри, я как-то помню, говорила в эфире, сексуальность в сдержанности. Вот это все, ну, порой мужчина может даже этого испугаться, я вам так скажу. Так, а кому не нравится, идите, на голове взрыв на макаронной фабрике. Да, любите сказать доширак. Мне, кстати, говорили, что я похожа на доширак. Ну, что делать? Против природы не попрешь, куда я их дену? Мне нравится. Саша, грудь должна цепляться, когда вы становитесь старше. Цепляться. А, наверное, извините, конечно, но хлюпанье во время... этого на спине из-за чего? А потом парень говорит, у тебя, наверное, много было, у меня их было два.
Слушайте, я, кстати, вот про это хлюпанье помню, Антон Гусев, это прямо в Инстаграме такая была тема, пара Романец и Гусев, он писал вот об этом хлюпанье. Ну, вы знаете, я не понимаю, что, конечно, вы имеете в виду, но когда у женщины выделяется великолепная смазка, вам не нужно прибегать к разным средствам, для мужчины это просто подарок. Это значит, что у вас все нормально функционирует, вы здоровая женщина. А если у вас сухо там, то, вы знаете, то просто мужчина все себе сотрет нахрен, и больше уж туда точно не захочется заходить. Поэтому я не знаю, что вы имеете в виду по поводу хлюпания, но если у вас прекрасная смазка и у вас нормально все работает, как у женщины, любой мужчина только этим будет наслаждаться, потому что для мужчины возбуждение показывает у женщины, если у вас там не сухо, скажем так. Так, да нормально все у нее на голове. Так, мы с мужем начали очень редко заниматься. 4 года, Саня, не кончаю с парнем, но бросить его не могу. Странно, почему? Знаете, спасибо за откровение, спасибо, что вы сегодня можете об этом поговорить, хотя бы со мной. Но почему вы не можете сказать, 4 года вы спите с человеком и обманываете его? А что у него в голове в этот момент? Зачем? Знаете, это выбор каждого, мы не будем сейчас углубляться там в ваше, почему вы не можете его бросить, но из-за этого не бросают, хотя бы сказать. Хотя бы сказать или поизучать себя, доставлять себе удовольствие, направлять его потихонечку. Ведь это можно сделать. 4 года – это большой срок. Ну, либо может быть такое, что просто вам не нужен он, этот секс, и вы на него никак не реагируете. Вы знаете, ну, мне кажется, что вам грустно от этого, грустно. А дальше, побольше таких эфиров. Так, ты меня мотивируешь, здорово. Так, а если жене хочется раз в 2 недели, говорит, для меня это не главное. Вы понимаете, я вот, кстати, вам сейчас об этом сказала, что в основном для девушек, когда уже идут отношения, редко когда такое повышенное сексуальное либидо, когда женщина хочет... Вот почему-то у мужчин сложился стереотип, что все женщины хотят 24 часа в сутки, что она всегда готова раздвинуть ноги, и он готов всегда в нее войти. И вот каждая женщина, которая ходит, вот все хотят прям 24 часа в сутки. Это миф, ребят, я вам скажу честно. Есть такие с супер вот такой сексуальностью, но это даже в психологии говорят, что это такое некое отклонение, когда женщина хочет очень много, ей всегда мало, ей надо 24 часа в сутки. И если ваша жена там хочет раз в 2 недели, вы просто посмотрите, как вы проводите с ней досуг. Может быть, она очень много работает, а может быть, вы ругаетесь, потому что если для женщины стресс, там никакой секс уже не нужен. Если вы на нее гаркнули, если вы как-то плохо с ней обошлись, мы же как цветочки, то уже мы не можем. Это для вас там гаркнуло, и давай, что там, давай, я пришел, давай мириться. А женщина не может, она закрывается, вы нарушаете ее, это обида. Вот, к сожалению, у нас так работает. Хотя мужчины зачастую почему-то глухи в этом плане и не хотят понять женщину. Поэтому если у вас раз в 2 недели с супругой, то вы просто, во-первых, скажите ей о том, что... Ну, милая, я бы хотел больше. Устраивайте какой-то романтик, подготавливайте ее к этому. То есть более нежно, не топорно, давай мне. Она так точно не захочет. А как-то более нежно подойдите, тем более это ваш самый любимый человек. Вы такой великий психолог, конечно, но лучше бы собой занимались, семью строить, а то старость не за горами. Вы знаете, старость не за горами, но чувствую сегодня силы в себе, чтобы говорить на эту тему по поводу секса, и тем более я собираюсь иметь детей, а как только через это я их и получу. Так, когда был у вас... Так. Здравствуйте. Так. Полина Клубкова, привет. Ты умничка, что говоришь на эти темы. Какая шикарная девушка. Спасибо. Так, от мужчины тоже многое зависит. Если он дает раскрыться и дать себе почувствовать свои скрепостицы, тогда вот космос. Ну, конечно. Ну, вы понимаете, что это альянс. Это секс, это дуальность. Это 2 человека. Ну, вы знаете, там есть такое выражение, она была вот у мужиков. Я почему начала эфир с того, что мужчины разговаривают о женщинах очень коротко, они редко там делятся. Это такие совсем, кто не уважает себя, рассказывают подробности, а в основном мужик как?
она была огонь, девка огонь, ну просто мы вчера так с ней, вот они могут сказать, либо бревно вообще. И многие женщины в основном так и думают, что мужчина все должен, никто ничего не должен, это все обоюдно. Когда вы вступаете в интимную связь друг с другом, это настолько обоюдный союз, во-первых, ты идешь за чем? Ты идешь за удовольствием, и он идет за удовольствием, тогда ты делаешь все, чтобы его получить, и мужчина в свою очередь делает все, чтобы получить его. И когда у вас этот альянс, и вы слышите друг друга, вот тогда получается оргазм совместный. Блин, смойтесь, а кому не интересно. Да ладно, пусть они... Это же, кстати, по поводу хейтеров, быстренько сейчас скажу, что происходит. Хейтеры заходят сюда и пишут негативные много раз комментарии, чтобы на них обратили внимание. Поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания. Они хотят просто минутку славы, поэтому они пишут. Потому что люди, которые не хотят слышать, они просто бам, сразу выключают. Но они же пишут по 10 сообщений такого жуткого характера. Поэтому не обращайте на них внимания. Я уже поняла, сейчас я их всех потом заблокирую после эфира. Не переживайте. Не обращайте внимания, я на это не обращаю внимания. Так, а если знаешь, что парню нравится, когда стонешь громко, но сама не любишь громко, наоборот, даже... Простите, у меня просто прыгает. Ах, у меня вы так быстро пишете, что у меня пропадают сообщения. Я поняла, о чем вы говорите. Если парню нравится, что громко стонать, бывает такое, что кто-то хочет, чтобы нашептывали какие-то гадости, матные слова, бывает такое, что это возбуждает... И также, если женщина громко стонет. Но вы постоните, когда он вас об этом просит, а больше не стоните. Вам же не надо глотку рвать постоянно, как выть, как белуга. Просто стоните, когда ему это хочется. Вообще, самое прекрасное, когда, занимаясь любовью, вы шепчете друг другу на ухо, что я сейчас хочу, поцелуй меня здесь, а сейчас постани, а сейчас потрогай меня здесь. И мужчина также направляет. Поэтому вы не бойтесь говорить, это же... Это тот же самый диалог, диалог тел, но вы можете подкреплять их словами, если вы еще друг друга хорошо не знаете. Так, привет из Тюмени. Если муж хочет раз в неделю, это норма, да? Если он уже муж, о чем говорить, он муж. И мужчины, вот я, кстати, хочу тоже вам сказать, женщины порой комплексуют еще от того, что, например, начинаются отношения, а он не спит с ней каждый день. Потому что вот сначала было каждый день и по 3 раза в день, а потом наступает момент, когда он не хочет. И все начинают переживать, ой, я что-то какая-то не такая, у меня что-то не так, не в этом дело. А мужчина такой же сложный организм, как и женщина. То есть если на нас накричали, мы не можем заниматься сексом, у мужчины это желание может отбить работа. Проблемы на работе, проблемы еще где-то. То есть тут ему уже может быть просто не до любви. Ему не, он и так... Он, ведь когда происходит оргазм у мужчины, он выплескивает. Вы знаете, иногда так говорит мужчина, я хочу, подожди, дай мне отдохнуть, дай передохнуть. Ведь ты же выплескиваешь очень много энергии, ты выплескиваешь весь негатив. Это выброс сумасшедший. И порой мужчинам легче, я вам даже более того скажу, милые женщины, порой мужчинам легче пойти в туалет и самостоятельно доставить себе удовольствие, чем вступать в половую интимную связь с женщиной. Потому что он устает, ему хочется быстро-быстро это сделать, все, скинул негатив, ушел. Ведь когда происходит секс, это обмен энергии, что мужчина, что женщина отдает в этот момент, и происходит опустошение, это уже доказано после секса. Почему ноги вялые, почему ты ватный такой, голова плохо соображает. Поэтому у мужчин тоже есть моменты, рабочие моменты, с друзьями там какая-то проблема, он устал. Поэтому это норма, не переживайте. Сашка, я вот смотрю все твои сторис. Но то, что ты вчера искренне сказала о нашей музыке, а потом сказала, что нельзя называть имена, чтобы не говорить плохо о людях, но ведь это лицемерие, это игра в хорошую. Вы не по теме, но я вам отвечу. Это не лицемерие. Когда вы переходите на личности, это оскорбление. Когда я говорю в общем, обобщая, я указываю на тему и проблему. Если я буду указывать не точечно, а в общем, вот тогда будет идти работа, и люди задумаются. А если ты начнешь переходить на личность, тогда что вы подумаете? А, ну понятно, она завидует, там она что-то еще. То есть включится оборона.
по психологии нельзя переходить на личности. Даже когда вы спорите, и если вы приводите веские аргументы в споре, вы выигрываете, а если вы говорите: «Слышь, ты дура, чё кучерява, чё там нос картошкой, ну ты чего?» Это называется переходить на личности. Все, вы проигрываете. И все. Это моя позиция, но ни в коем случае не лицемерие. Я говорю правду, мне не нравится музыка. Я не слушаю ее. Так, привет, привет. Раньше я тоже делал это быстро, но потом научился делать это медленно. Это классно. Вот, пожалуйста, нам пишет Мансуров то, что любой мужчина может научиться доставлять удовольствие женщине и ждать ее, пока она закончит, чтобы это сделать вместе с ней. Саша, так что, Саша, что нужно делать перед первым разом? Если у вас первый раз, во-первых, нужно это делать с любимым человеком, а если человек это на самом деле любимый, и он с вами, да ничего не нужно делать. Доверьтесь партнеру, потому что этот, вот первый раз, вы девочка. Если мужчина, это же ответственность, если мужчина берет на себя эту ответственность, пусть он начинает и заканчивает это дело до конца. А вы, малышка, должны довериться своему партнеру и все, потому что вы ему отдаетесь, это точно. Так, сохраню эфир, конечно. Да-да-да, так, а у тебя есть дети? Пока нет. Кровать не знает стеснительности, чудесно, красивые волосы, мне нравятся, тебе идут кудряшки, спасибо. Что за блеск помады? Вот он у меня. Victoria's Secret. Я его держу, кстати. Такой помада. Такая с блестками. Не помада, это блеск. Добрый вечер. Ты очень хорошенькая. Просто постоянно дома. Так, я в больнице. Выздоравливайте. Привет, привет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что за помада? Показала. Главное найти точку G. Конечно, делайте кудри. А, у тебя есть парень, так-так-так, очень много пишет по-арабски, очень много пишет по-английски. Так, ну, очень много сегодня, конечно, не было комплиментов, я вам тоже рассказала о проблемах, которые могут возникать. Вот сейчас я хочу затронуть такую тему, как причины еще какие могут быть, почему девушка не получает удовольствие. Ведь у нас как? Не получаю удовольствие, женщина себе что говорит? Я пока выключу комментарии, хорошо, потому что я продолжу тему, обязательно вернусь сейчас к вам, выключаю комментарии. Смотрите, часто очень девушка думает: я не кончаю, значит, я фригидна, потому что у нас же юмор какой, мы уже говорили, как сейчас стебут, как говорят, очень просто обидеть людей. И фригидность – это вообще отдельная тема, она встречается не так часто. Фригидная женщина вообще ничего не хочет. То есть как распознать в себе фригидность? Не тогда, когда ты не кончаешь, фригидная женщина даже не возбуждается. Вот такая фригидная. Когда вообще ей совершенно не нужны ни поцелуи, ни ласки, ни объятия. Вот это фригидность, это холод, это отклонение тоже. Таких женщин существует. Я не думаю, что они тоже от этого кайфуют. Но это данность. Поэтому если вы просто не можете получить удовольствие, то есть причина. Например, если пострадовая такая депрессия у женщин, когда снижается чувствительность, поэтому она обязательно приобретется, но вот пострадовой, ну, когда ты уже только родишь и вступаешь в половую связь, у тебя может притупляться ощущение и кажется, что я не испытываю больше ничего, либо нет никаких чувств. Потом, если вы принимаете антидепрессанты, если вы сегодня принимаете антидепрессанты, знаете, что они вообще притупляют оргазм, любые вот эти вот чувства, получение эндорфин, то есть притупляет абсолютно ваше сознание. И, ну и, конечно же, если у вас там были какие-то операции, то тоже это может притуплять именно в нижней части тела, если там были какие-то операции, это тоже может притуплять вашу чувствительность. И вот я про фригидность вам сказала, и самое главное, что здесь для того, чтобы сегодня там начать эту жизнь, да, активную, половую, чтобы получать от нее удовольствие, чтобы секс не казался чем-то таким: о боже, ну опять не надо, мне тут неприятно, там не больно, опять играть, опять обманывать, для того, чтобы это просто, ну, превратить в кайф на самом деле, получать удовольствие от этого процесса, конечно, нужно менять себя.
Вот здесь тоже такой момент, девчонки. Здесь очень важно, я же все это говорила, но это просто мне сейчас вам сказать. Если вы никогда этого не говорили, и вы стеснительный человек, и сейчас, посмотрев этот эфир, я понимаю, что я не могу поменять вас. Я, знаете, это называется, я могу привести коня к водопою, но я не могу заставить его пить. Я не смогу вставить вам свою голову, чтобы вы смогли это сделать и поговорить с своим партнером. Здесь должна быть большая, колоссальная работа над собой. Работа над собой, которая должна вестись по познаванию себя, по познаванию своего тела, по познаванию ощущений, когда вам захочется разобраться, кто я и что я, зачем мне это надо, для чего мне это надо. Вот это очень важный момент для того, чтобы вы вступили сегодня на эту колею. То, что я сейчас вам сказала, как правило, 20% информации только у вас усвоится, а завтра вообще уже половину забудете, так это оно и есть, потому что, когда вы слушаете, смотрите, как правило, в одно ухо влетает, другое вылетает, и потом вы начинаете опять жить, махаете рукой на себя и говорит, а, ладно, жила так и проживу, сейчас что там Харитонова сказала, что сейчас буду это делать, боюсь потерять своего мужчину. И для того, чтобы... как-то вы смогли себя менять, то здесь должна происходить вот эта перенастройка, перенастройка ценностей. Тут надо, чтобы вы поменяли свой психотип и свое сознание, чтобы вы начали говорить. Это как сказать слово «нет», это как сказать, когда мне что-то не нравится. Это все это уже из той же серии. Здесь такой момент, который... если вам это нужно, конечно, сегодня. Я смотрю, у меня в эфире там было 700 человек, 600, то есть эта тема вызвала огромный интерес, резонанс, потому что не каждый, ну, не каждый может об этом так спокойно и открыто говорить, а кто-то даже, уверенно слушая меня, стеснялся, закрывал глаза, у них был румянец и покраснение на щеках, потому что, к сожалению, эта тема, так и осталось у нас нечто таким табуированным. Давайте не будем об этом говорить, но у нас у всех большие проблемы, потому что 70% женщин, которые не получают оргазм, это такая весомейшая цифра, которая растет только вверх. Девчонки научились привлекать самцов, делая себе пластические операции и делая себя кукол Барби с великолепными формами здесь и там, но от этого они не стали получать удовольствие, но просто привлекать папиков. Но я считаю, что... необходимо все-таки работать над тем, чтобы получать это удовольствие. И здесь для того, чтобы изменить характер, для того, чтобы поменять себя, есть определенные техники, есть определенная канва, на которую нужно вступить. То есть мой курс «Перепиши жизнь» — это вот эта канва, которая дает сегодня открыть себя, познать себя, научиться говорить «да», научиться говорить «нет» и научиться говорить то, что я хочу. Жить для себя, получать удовольствие от этой жизни. То есть вы получаете огромный плюс, то, что за 3 недели вы проходите весь курс, вы начинаете работать над собой, с первого дня вы уже видите результаты, потому что это онлайн-курс «Перепиши жизнь», вы можете проходить из любой точки мира этот курс, вы оплачиваете и тут же получаете доступ к личному кабинету. Затем мы общаемся напрямую с вами, я веду вас до конца. И это повышает вашу способность воспринимать ситуацию, повышает и раскрывает ваш потенциал, дает вам невероятный вброс новой информации, расширяет ваши желания и границы, учит вас, как владеть собой, своим телом, своими мыслями и как разговаривать с партнером, как относиться к людям, как относиться к себе. Вы максимально, в максимальные кратчайшие сроки начинаете уже использовать все техники. Мой курс – это 26 техник, которые без воды и дают результаты с первого раза. Например, мои девочки не могли, были настолько...
очень сильно были закрыты и не могли устроиться там на работу, в коллективе их не принимали, они были белыми воронами. После моего курса, уже после первой главы, они уже смогли получить и должность, я сегодня об этом говорила, девочки смогли раскрепоститься и начать находить общий язык в коллективе, и в новой компании теперь они не белые вороны, потому что эти техники, которые необходимо пройти шаг за шагом, для того, чтобы не вылетело и влетело, а для того, чтобы вы смогли применять это все на практике. Это повышает ваш уровень воли. Я говорила о том, вот мой курс разработан еще на то, чтобы повышать волю. Сегодня люди не могут похудеть, не могут отказаться от вкусняшек. Мои девочки начинают худеть, начинают садиться со мной вместе на ПП, потому что когда уже начинаем заниматься, уже чувствуется эта мотивированность. Во-первых, домашние задания, которые необходимо делать, это будет вас уже мотивировать к тому, что я сегодня начинаю менять свою жизнь. Потому что именно сейчас, если вы принимаете быстрое решение, что вы хотите меняться, вы уже вступаете на дорогу исправления и на дорогу реализации самосовершенствования себя. Вот именно с этого. Как говорят, вообще сейчас я прохожу психологию, наша воля имеет свойство размагничиваться. Если вы сегодня пришли и хотите поменять свою жизнь, например, и вот вы только хотите, но ничего не делаете, никакого действия к этому, не принимаете никаких самостоятельных решений, вы так и останетесь всегда за бортом, потому что вы будете амебы, у вас нету уже к этому тяги и нет, как говорится, ферментов для того, чтобы перерабатывать новые вбросы и новые желания, которые поступают к вам. Я вам скажу такую вещь, и чтобы не размагничивалась воля, вам необходимо принимать решение прямо сейчас. Я хочу меняться, да. И как только вы это делаете, у вас повышается ваш волевой порог, тут же вы начинаете делать больше. Если ты не могла вчера, у меня девчонки не могли сесть на диету, на ПП, уже вот сейчас они проходят вторую главу на курсе, просто они уже не едят после 6, они стали пить воду, ну мы там постоянно с ними на связи, это теряется вес. Девочка у меня познакомилась с парнем, она не могла найти мальчика, потому что она была одинока, и это одиночество настолько ее поглощало, и она просто взяла мой курс, и у нее был запрос, чтобы найти свою любовь. Она говорит, мне так было комфортно одной, но я понимаю, что это уже все проблемы из детства, твой курс поможет мне? Курс помог. Она встретила сейчас парня, они живут вместе, потому что она стала говорить, и причем получилось так, что они познакомились очень интересно. Он на нее смотрел, но не подходил, и она благодаря вот это повышение воли, благодаря курсу «Припиши жизнь», она подошла к нему и познакомилась сама, сейчас они уже живут вместе. Вот такие истории бывают. В общем-то, если вы сегодня хотите поменяться, если вы сегодня находитесь в точке А, где я не знаю, что мне делать, камон, я просто послушаю, а потом я забуду, тогда я вам гарантирую, что сейчас, если вы начинаете со мной вступать в мою, скажем так, в мою школу и идти со мной вместе шаг за шагом, это повышает вашу работоспособность, эффективность, усидчивость, внимание. И, конечно же, дает вам подспорье и уверенность в себе. У нас сейчас большая проблема, у девочек все не уверены в себе. Да, такое бывает. И как раз-таки девчонки первое, что приобретают, это уверенность. Они видят себя по-другому. Они уже начинают прислушиваться к себе и к своему организму. Ведь это очень важно. Я же не зря в своих сторис постоянно говорю. Если вы едите пищу, делайте это медленно и слушайте себя. Девочка мне сегодня написала, ты знаешь, я стала прислушиваться к себе. У меня было 2 бутерброда на завтрак, а вторую я отложила, потому что организм сказал нет. Если вы хотите сегодня слушать себя и свой организм, то я сейчас так. Сейчас я еще раз все резюмирую. Мой курс «Перепиши жизнь» – это онлайн-курс, который после оплаты вы входите в личный кабинет и тут же получаете доступ
к занятиям. Далее, есть мой курс, называется «Припиши жизнь, богиня». Это самое высшее, что может быть, и там вы получаете абсолютно все. Давайте я вам задам вопрос. Кто хочет сегодня поменяться? Расскажите мне, пожалуйста. Кто сегодня хочет изменения приобрести в своей жизни? Кто сегодня... Так, сколько стоит? Значит, смотрите, у меня цены, богиня стоит 33 тысячи, 21 тысяча у меня стоит королева, и также 15 стоит принцесса. Но сегодня я делаю 20% скидку. 20% скидку всем. А если вы... О! Я более того скажу. Я делаю вам подарок. Если вы сегодня... В течение суток покупаете, если вы в течение суток покупаете тарифы, то я делаю вам 30% скидку. Вот в течение этих суток я делаю 30% скидку. Ссылка в описании профиля. Меняйте свою жизнь прямо сейчас.